Медицинский работник – одна из самых гуманных профессий. В России первая женская медицинская помощь больным появилась при Петре I. Сестры милосердия помогали раненым без вознаграждения и медобразования. Сегодня же в нашей Конаковской поликлинике работает 401 квалифицированный специалист этой профессии с многолетним опытом работы. И каждый из них достоин глубокого уважения. Хотел бы отметить самых наших ветеранов, которые работают более 50 лет в Конаковской ЦРБ на посту медицинской сестры. Это старшая медсестра централизованного стерилизационного отделения Дроздова Валентина Егоровна и Григорьева Мария Ивановна. Это медсестра психоневрологического отделения. Еще раз подчеркиваю, что эти люди работают в Конаковской ЦРБ более 50 лет. Сестринское дело – это самостоятельная и довольно сложная профессия. Если лечащий врач лишь обследует больного и назначает лечение, то медсестра исполняет эти назначения и следит за их выполнением. Я тоже, как медицинский работник, как главный врач Конаковской ЦРБ, хочу поздравить всех наших медицинских сестер с нашим и их профессиональным праздником, пожелать им здоровья, счастья, мира, добра, мирного неба над головой, семейного тепла, равновесия, финансовой стабильности и всего самого-самого наилучшего. Именно она непосредственно контактирует с больными и помогает им справиться с недугами как физически, так и морально. Не все могут выдержать такие нагрузки, как медицинские работники. Ведь забыть о своих проблемах и отдавать частичку своей души ради оказания помощи больным дано не каждому.